Так, вот он наш Юпитер, справа Ганимед, спутник, один из Галилеевых. Ёлки-палки, по-моему, я вижу полосы, даже при такой, да нет, это такая. Ну, в общем, а слева спутники Европа и Каллиста. Ио сейчас то ли перед Юпитером, его не видно, то ли за Юпитером, ну, в общем, только что спрятался. 10 августа 2020 год, Харьков. Сумерки у нас. Сейчас еще Сатурн покажу. Тоже красавец. 20:36 по Киеву. Еще раз. Нравится наезжать на Юпитер. Звучит приблотненно, но как вот это вот. Это просто шикарно, когда бах, и ты за 630 миллионов километров, как у себя дома. Ладно, поехали к Сатурну. Попытался я с низкими настройками светочувствительности поснимать Юпитер полосы, но не особо получилось, вообще не получилось. Все-таки очень серьезная облачность, дымка. Вообще по сторонам сплошные облака. И нам, в общем-то, ну, по крайней мере, мне точно сильно повезло, что я вообще в первом дубле я даже не смог Сатурна рассмотреть. Он был ниже над горизонтом и прятался за облаками. Подмигивал, но так я его в кадре не поймал. Так что первый дубль у нас исключительно с Юпитером. Ах, сейчас. Сейчас все будет. Ну вот он, Сатурн. 1 354 миллиона километров, будьте любезны. Сейчас буду с резкостью все-таки что-то пытаться сделать. Может, это все-таки не облачность, а мои кривые руки. Хотя одно другому не мешает, конечно. Ну вот вроде почетче, смотри, красавец, стартанул за горизонт и рвется ввысь. Где-то ближе к полночи будет он параллельно Земле, его эллипс расположен, колец. Красота, сейчас еще на одних настройках поснимаю и пойду все это добро выкладывать. 20:39 по Киеву.